как политического деятеля, я не вижу в этом ничего ужасного, потому что, как замечательно сказал московский поэт Игорь Караулов, лирика всегда пишется о самом таинственном, а ничего более таинственного, чем политика, сейчас в России нет. Это справедливо, да. Поэтому, значит, я пишу много довольно таинственных стихотворений политических, но настоящая лирика, она продолжается, потому что гораздо приятнее держать все-таки мышцы в тонусе, тренироваться на поэтических фельетонах, тогда как-то и про любовь получается веселее и в лучшем смысле задиристее. Поэтому я почитаю несколько новых ненапечатанных вещей или напечатанных в журналах. Это из будущей книжки «Блаженство», которая выйдет в декабре этого года. Потом прочту какие-то старые стихи, заявки, как всегда,